В 2018 году в Грузии будет новая гидроэлектростанция. Несмотря на то, что работа над документом все еще продолжается, относительно влияния на природу электростанции, все же было решено, что в 2014 году начнется строительство гидроэлектростанции в Суанетии. Что касается строительства Нарионы и Худонгес, касающегося каскада ГЭСов, я хочу сказать, что эти ГЭСы, строительство их началось, планирование их началось в советские годы. Так что эти проекты на таком уровне, что они наверняка будут построены. Худонгес и другие гидроэлектростанции не имеют альтернативы. В соответствии с отчетом о влиянии строительства ГЭСов на природу, перечислены пункты, которые могут последовать за строительством ГЭС. Это касается изменения флоры и фауны. Доктор наук Зураб Гегенидзе говорит еще об одной проблеме. Поток воды, который втекал в море, вот скорость движения воды в водохранилище уравнивается до нулю. В течение веков существовало динамическое равновесие, которое существовало между морем и сушей, оно может оказаться нарушенным. И в этом случае вполне возможно, что произойдет наступление моря на сушу. То, что обычно происходит. Поток внутренней воды в сторону моря сократился уже в связи с тем, что был построен Ингури. Независимо от того, построим ли мы Худонгес, опасность все же существует. Тем не менее, ученые считают, что строительство ГЭС имеет большое значение для Грузии. Мы богатая страна водными ресурсами. Если мы разумно воспользуемся этими ресурсами так, чтобы наименьший ущерб на нести природе, то это может оказаться для нас очень большим источником дохода. Необходимо думать и о вероятных землетрясениях. Землетрясения, превышающие 9 баллов, в таких опасных сейсмических районах очень опасно строительство, и необходимо учитывать возможность землетрясения. В результате планирования строительства новых ГЭСов, в результате строительства энергосистема Грузии получит следующий вид. На строительство Худонгес, на его строительство примерно 1 миллион долларов внесет индийская компания Quant Energy, хотя соответствующее соглашение было оформлено с компанией TransElectric, и информация об их связи с индийской компанией, трудно найти эту информацию на веб-странице. TransElectric – офшорная компания, и ею владеют граждане Индии, но неизвестны партнеры, что вызывает определенные сомнения. Сомнения, связанные с тем, что мы не знаем, кто являются реальными владельцами этой компании. Это очередной раз вызывает сомнения относительно того, что, возможно, этот проект является большим средством от отмывания грязных денег. В результате строительства будет затоплено 528 гектаров земли, а возможность переселения грозит 257 семьям. План расселения устанавливает Ассоциация собственников земли. По сообщению радиостанции «Голоса Америки», одним из владельцев ассоциации является министр внутренних дел Вано Мирабишвили, а одним из руководителей его супруга. Строительство Худонгес было намечено еще в 1989 году, хотя тогда была очень мощная протестная волна, что заставило инициаторов отказаться от проекта и от строительства. Одним из противников строительства Худонгес были зеленые Грузии под руководством Зураба Жвания. Гегенидзе вспоминает, что тему Худонгес после революции Рос вновь поднял Жвания. Когда произошла революция Рос и Зураб Жвания был назначен премьер-министром Грузии, он решил встретиться с энергетиком.
энергетиками. И на этой встрече он заявил, что вот, мол, вы обвиняете меня в том, что было законсервировано строительство Худунгэс. И вот я на этом посту постараюсь завершить это строительство. То есть все большие оппозиционеры, все те, кто принимали участие в этой встрече, они вполне живы и здоровы. Они могут подтвердить, что Зураб Жвания говорил о том, что должно завершиться строительство Худунгэс. Хотя протест против этого выражают и сегодня. По интернету распространяется петиция. За 3 месяца протест против строительства больших ГЭСов подписали 230 человек, вернее 430 человек. Я приветствую вас. Студия РЭ приветствует, предлагает очередную дискуссию. Сегодня темой нашей дискуссии является Худунгэс. Это тема, которая, можно сказать, ровесница независимости Грузии, ее 20-летней истории. Где-то с 87 года, когда в Грузии началось гражданское движение, как раз оно началось с темы Худунгэс. Теперь Худунгэс вновь оказывается предметом общественных дискуссий. Многие считают, что это очень актуальная тема, и поэтому мы решили посвятить ей нашу дискуссию, а также представить наших сегодняшних гостей. Это госпожа Наира Гелашвили, председатель Кавказского дома, госпожа Нино Чхобадзе, представляющая руководителя, являющаяся руководителем «Зеленых Грузии», господин Давид Чепашвили, представитель движения «Зеленая альтернатива», а также Лаша Чхартишвили, председатель ассоциации «Легбо». Большое спасибо за визит в нашу студию. Я не хочу создавать заранее такое впечатление нашим зрителям, что фактически нам придется говорить с единомышленниками. Было бы интереснее, если бы в нашей дискуссии присутствовали бы представители властей. Однако, к сожалению, в ней отказались принимать участие представители Министерства энергетики, Министерства защиты окружающей среды и представители тех ветвей власти, которые могли бы контролировать исполнительную власть. То есть я имею в виду депутатов. Но вот почему властей не должно устраивать участие в нашей дискуссии. Как вы думаете, госпожа Наира? Я думаю, что им просто не о чем с нами говорить. Для меня и моих единомышленников картина вполне ясная. У нас есть аргументы и факты. У нас есть логика, которым очень трудно что-либо противопоставить, кроме голой силы. Дело в том, что еще 20 лет назад вы говорили, что это были 80-е годы. Тогда все общество объединилось против больших гигантских проектов. Вначале это была Транскавказская железнодорожная магистраль, а потом Худунгэс. Это была, можно сказать, наиболее яркая страница борьбы против коммунистического режима. Тогда мы были едины, несмотря на внутренние противоречия. Мы вместе боролись, диссиденты, писатели, интеллигенция, ученые. И тогда удалось остановить 2 разрушительных проекта. И это был большой успех. Это действительно был успех. Да, я думаю, что это был успех. Вот тут профессионалы-экологи. А я писательница. Но я изучила эту тему, так как считаю, что писатель в первую очередь должен стоять рядом с такими вопросами. Что произошло бы, если бы была построена Транскавказская железнодорожная магистраль? Во-первых, они уже наломали много дров. А что было бы, если бы произошло строительство Худунгэс? У меня была недавно возможность выступить по каналу «Маэстро».
и дать научную характеристику строительству таких гигантских ГЭСов, а также поговорить о тех изменениях, о тех очень негативных изменениях, которые связаны с вопросами климата, со здоровьем людей. Я приводил эти факты и письма врачей. Если бы еще к этому добавили худонгэс, то неизвестно, что было бы. Для рядового наблюдателя может неизвестно, что речь сейчас идет не только об одном ГЭСе. Предполагается строительство целого каскада ГЭСов, которые от Мести до Хаиши покрывают всю территорию. Это огромный регион. Для меня, как для писателя, не возникает никаких сомнений. Меня не интересует, какую все это принесет прибыль, или кто строит и как строит. Для меня это уже второстепенные вопросы, поскольку это то же самое, то если человек начнет сжигать свой дом, чтобы согреться. Это жизненное пространство, и это означает уничтожение жизненного пространства, реальных живых деревень. Представьте себе, что придется затопить кладбище. Это ничем не может быть оправдано. Также под водой окажутся церкви, другие археологические памятники. И это все на огромной территории. Если даже один худонгэс, если мы возьмем один худонгэс, то это значит покрытие водой площади в 500 гектаров. Госпожа Нино, это очень такое образное выражение о том, что человек сжигает дом, чтобы согреться. Вы тоже считаете, что мы делаем это? Да, я думаю, что мы это и делаем, поскольку Сванеттия реально является воротами, которые защищали Грузию. Тут сформировавшаяся экосистема. И Ингури уже внес серьезные изменения в эту систему. В негативном смысле, конечно. Тут очень богатая природа. Ущелье очень богатое, и оно нуждается в защите. Строительство Ингури ГЭС имело серьезное влияние на Абхазское побережье. Настолько серьезное, что мы на одной встрече говорили о том, в каком сегодня положении Абхазское побережье, и говорили о том, какой урон это нанесло Абхазскому побережью. Строительство худонгэс нанесет еще больший ущерб. Фактически произойдет потеря того побережья, которое все еще существует. Соответственно, худонгэс — это не просто стирание этнического культурного ландшафта. Это приведет и к климатическим изменениям. Если мы 20 лет назад говорили, что это будут локальные климатические изменения, с учетом всех тех процессов, которые связаны с глобальными климатическими изменениями, строительство окажет серьезное влияние на всю Западную Грузию. Поэтому тут серьезная опасность, которая может возникнуть. Я думаю, что мы не дом сжигаем, чтобы согреться, а, скорее всего, режем тот сук, на котором сидим. А как вы думаете, почему сегодня стала актуальна эта тема? Почему подняли эту тему? Все время говорилось о том, что худонгэс — это остановленное строительство. Была такая дискуссия о том, что остановка худонгэс была ошибкой. Вы знаете, тот период, который пережила в то время Грузия, тогда нас упрекали в том, что мы затормозили процесс строительства, и что вот мы не дали возможность сохранить Ингури. Худон якобы был необходим, чтобы сохранить водный баланс для Ингури. Но то, что мы сегодня собираемся строить 200-метровую плотину, это будет не только для Ингури. Это разрушит все ущелье. Существуют альтернативные варианты для балансирования воды. Создание маленьких гидроэлектростанций или гидротехнических сооружений.
которые способствуют продолжению Ингури. Проблема, которая сегодня встает, касается, почему именно сегодня, когда весь мир говорит о том, что большие гидроэлектростанции нерентабельны. Это не столько принесет пользы, сколько принесет ущерба. Вот я никак не могу понять, почему должно начаться строительство Худонгэс, когда малыми ГЭСами можно достичь гораздо большего. Господин Давид, я верну вам этот вопрос. Почему именно сейчас и почему именно Худонгэс? Тем более, если существуют альтернативные механизмы, и о них может подумать власть. Это один из серьезных вопросов, на который мы слышим очень туманные ответы. Говорится о том, что как будто этот проект необходим для энергетической независимости Грузии. Власти Грузии несколько лет говорят, что мы уже достигли энергетической независимости. Да, безусловно, достигли без Худонгэс. Грузия в течение всего года является экспортером электроэнергии. У Грузии очень малый дефицит в зимний период, в течение 3 месяцев, когда для импорта необходимо 270 миллионов киловатт, что практически на фоне бартерного обмена, который у Грузии имеется с соседними странами, в том числе и с Россией, в зимний период мы получаем электроэнергию, но осуществляем гораздо больший экспорт электроэнергии в течение остальных 9 месяцев. Когда с полной отдачей работают все ГЭСы Грузии. Теперь, почему именно этот ГЭС? И не только этот ГЭС. Речь идет, можно сказать, объявлен бум строительства гигантских ГЭСов. Тут говорится о каскаде аджарских ГЭСов, чоровских ГЭСов. Строительство на Паравани, на Дарьяли. ГЭС на Куре, который окажется опасным для Вардии, создаст опасность для Вардии. Да, одним из ГЭСов рассматривался и этот ГЭС. Намеревали строительство каскадов на верхнем русле Куры. Один из вариантов предполагал Большого Луга, но на этом лугу никаких исследований не проводилось. И госпожа Нино лучше меня информирована об этом. Фактически создавали резервуар Вардии. Эти проекты созданы сейчас или они уже были? Нет, они были созданы при советской власти. Эти проекты были разработаны еще тогда. Власти предоставляют людям проекты, переписанные на английский язык, и теперь они вновь переводятся на грузинский язык и выдвигаются в качестве предложения. Кто пишет эти проекты? Это отдельная тема и отдельная проблема. Поскольку реально, если возьмем хотя бы железнодорожную сеть, фактически Грузия отказалась от 200-миллионного долга от инфраструктур. В связи с тем, что этот проект был забракован. Вот консультанты сейчас пишут проект Худонгэс. Это сеть защиты Кавказской среды. Второе, это ассоциация защиты земли, которая должна обеспечить регистрацию нерегистрированных земель и выдачу соответствующих компенсаций. Это организации, из-за которых аджарское население выражает протест. И также население Лило, у жителей которого были отняты земельные участки за символическую цену. Фактически, за эту сумму железная дорога закупила их земельные участки. И вот эти организации собираются строить, создавать новый проект. Значит, у нас есть неправительственные организации, защищающие среду.
они поддерживают этот проект. Ну, это отдельная тема. Если говорить о том, что имеется ли какая-то роль неправительственных организаций по защите окружающей среды, то консультационное обслуживание того или иного проекта – это отдельная тема. Я думаю, тут происходит смещение статусов и понятий. Какая-то компания может иметь коммерческие интересы, которую нанимает тот или иной инвестор или государство. Но я не думаю, чтобы это входило в функции неправительственных организаций, то есть коммерческое обслуживание той или иной компании. Что касается второй организации, очень интересна ее история. Не хочу быть политизированным, но что за организация, допустим, организация собственников земли? В свое время руководителем этой ассоциации был Вано Мирабишвили. Он является учредителем и сегодня. Потом был руководителем Джаба Эбаноидзе. Один из них – министр внутренних дел. А второй – начальник службы налогов, налоговой службы. То есть, естественно, тут имеются финансовые интересы представителей властей. В чем реально должно выражаться действие этой организации? Функция этой ассоциации в том, чтобы запугивать или заманивать население, чтобы оно согласилось на любые условия, которые касаются переселения. Что касается в целом проблемы ГЭСов, я хочу подчеркнуть, что Грузия, которая в соответствии со своими водными ресурсами является одним из лидеров в мире, действительно такая страна не нуждается в таких акцентах на большие ГЭСы, которые может нуждаться страна, у которой дефицит водных ресурсов. То есть нет в этом никакой необходимости. А второй вопрос в том, что нет реального недостатка энергоресурсов. Премьер-министр Гилаури и другие прямо заявляют, что это строительство не окажет никакого влияния на тариф электроэнергии, и что это в основном рассчитано на экспорт электроэнергии. То есть речь идет о том, что интерес не только в том, чтобы заполнить бюджет, включились опять офшорные компании в эту деятельность. Вначале была индийская компания, была названа индийская компания. Потом мы провели брифинг на эту тему, и оказалось, что не индийская, а индонезийская. То есть они не смогли уточнить происхождение этой компании, не смогли определить название этой компании. Сейчас включены офшорные компании, а это означает непрозрачность. Сколько бы они ни строили прозрачных полицейских учреждений, или тоже Министерство юстиции, прозрачность в первую очередь должна проявляться в том, чтобы инвесторы были бы порядочными людьми, известными, чтобы мы знали, с кем мы имеем дело. Инвестор приехал, но их представители встретились с гражданами Хаиши в близлежащих селах и стали им объяснять, почему необходимо строительство этого ГЭСа. Я хочу повторить, что приехали реальные представители, и неизвестно, чьи интересы они представляют. Я бы их назвал актерами. Вспомним хотя бы историю казахов. В один период был бум казахских инвесторов. Потом выяснилось, что и в Казахстане было такое же явление. Там был бум грузинских инвесторов. И можно сказать, что был такой коррупционный бартер. Реально, формальное участие было и казахской, и грузинской компании. Представители возили туда, чтобы скрыть реальные интересы властей. И с казахской, и с грузинской стороны. Поэтому вначале индийская и индонезийская компания, непрозрачная компания, с большой вероятностью, можно сказать, что они с коррупционной зависимостью, с интересами властей. А то, что население будет иметь какие-то результаты в энергетическом плане,
Они уже заявили, что народ не будет иметь никаких преимуществ. И еще я хотел бы добавить, что то, что касается в целом развития той или иной отрасли, это должно оцениваться с экономической точки зрения. Но представители власти говорят о развитии туризма. Мы слышали о разных проектах, выполненных на разных уровнях, в том числе и Суанетти. И вместе с тем Суанетти создают объект, который реально наносит серьезный ущерб не только местному населению, но и культуре, традициям, вместе с тем создает угрозу этой отрасли. Поэтому вряд ли туристы будут приезжать для того, чтобы любоваться гесами. Вот так фрагментарно происходит осуществление каких-то проектов. Тут другие интересы, скорее всего, коррупционные, и в реальности та или иная отрасль, я не слышал о туризме гесов. Я слышал об экологическом туризме, о других видах туризма, об агротуризме. Но туризм гесов для меня новость. Довольно комедийного жанра заявление сделал один из экспертов этого проекта во время рассматривания в Тбилиси, когда он заявил, что строительство этого геса сыграет полезную роль в развитии туризма в Грузии, поскольку туристы поедут в Суанеттию, чтобы посмотреть, как там построен худон гес. Вот такое было прямое заявление. Это было смешно, но, как говорится, это смех сквозь слезы. У меня было бы желание, чтобы вы высказали свою точку зрения. Тут говорилось о многих отрицательных факторах. Но почему власти должны быть заинтересованы в строительстве этого ГЭСа? Не хочу использовать популярную фразу о том, что давайте станем адвокатами черта. Но для чего властям строительство этих ГЭСов? Ну, я выскажу свою точку зрения. Думаю, что ее разделят присутствующие. Это настолько ненаучная, настолько антиэкологическая, античеловеческая затея, и все это направлено против человечности, против жителей Грузии. Тут ведь речь идет не об одном ГЭСе, а о целом каскаде. Говорят о 300 ГЭСах. В целом, это можно рассматривать как безумие. Это может иметь только одну мотивацию – шанс заработать очень большие деньги. Вы имеете в виду за счет продажи электроэнергии? Не только. Вот эта инвестиция, которая уже входит для строительства ГЭСа, и в советские годы было так. Миллионы были положены в карман, когда происходило строительство худон ГЭС. Поэтому было такое противостояние. Нам прямо угрожали уничтожением. Тогда деньги были уже растрачены. И сейчас в представлении властей эти деньги уже у них в кармане. А вы хотите у них достать эти деньги из кармана. Представьте себе, какие придут в движение силы. Но какая бы ни была бы тяжелая ситуация, я хочу воспользоваться случаем и обратиться к телезрителям. Осуществление этого означает уничтожение жизненного пространства. У меня несколько иное отношение. Я не думаю, что они рассчитывают на большой доход от этого. Конечно, с одной стороны, это доходы от продажи электроэнергоресурсов, а второе – это отмывание грязных денег. Элитная коррупция весьма актуальна для Грузии. Мы живем в стране элитной коррупции. Она называется элитной, поскольку во главе нее стоят представители высших эшелонов власти, те же Мерабишвили. У них получены деньги, и они хотят отмыть эти грязные деньги, поскольку легализация этих денег – сложная проблема. Хотя есть другие механизмы отмывания грязных денег. Да, одним из механизмов может быть и этот. И какой это принесет ущерб населению, что будут затоплены деревни, будет нарушена экосистема. Грузия, как уникальный регион, часть Кавказа, в которая внесена в 25 горячих регионов, они наносят урон не только Грузии, но и всему Кавказу.
Вся кавказская природа внесена в список 25 наиболее драгоценных в экологическом смысле стран. Это называется 25 точек биоразнообразия. Кавказ на 13 месте в этом списке. И в части Грузии это пространство может потерпеть серьезный урон. Речь идет о 300 ГЭСах. Если к этому добавить отчуждение лесов на 49 лет, правом вырубки этих лесов. Я знаю, что и на Северном Кавказе эта новость вызвала возмущение среди экологов. Тогда как было время, когда они с надеждой смотрели на Грузию. Когда мы начали движение зеленых, движение в защиту Кавказа, что Кавказ наш общий дом, в 89 году, были большие надежды на то, что нам удалось бы спасти всю природу Кавказа от тех экологических преступлений, которые происходили и на Северном, и на Южном Кавказе. Теперь эта надежда потеряна. Опять опасность исходит от нас. Я хотел добавить, что мы реально получаем от этого ГЭСа. Когда мы подписали соглашение с Транслимитом между Transelectric Limited и властями, мы обнаружили, что от этого ГЭСа бюджет Грузии ничего не получает. Во-первых, потому что эти участки земли, площадь до 600 гектаров, которые необходимы для строительства худом ГЭС, они передали Transelectric за $1. Всякие налоги на воду, реал-бонус, доходы от получения прибыли от электроэнергии, все эти обязанности изъяты из соглашения. Тут очень важно поставить вопрос. Это то же самое, что если, допустим, Азербайджан позволит какой-то иностранной фирме добывать нефть, причем безвозмездно, и если в результате этого ничего не будет поступать в азербайджанский бюджет, мы не можем занять наше население, поскольку намереваются привести людей для строительства. Это такое соглашение? Да. А почему не будут принимать наших рабочих? Ну, поскольку считается, что им не хватает квалификации. Отдельная проблема занятости, трудовой занятости. У нас есть практика на Параван ГЭС. Если вы посмотрите объездную железную дорогу вокруг Тбилиси и найдете там трудоустроенного грузина, я буду вам очень признателен. Я видел только грузин-водителей. Тут проблема только квалификации. Не только. Приезжает компания, которая нанимает Transelectric, наймет контрактора, китайца или индонезийца, и они привозят своих рабочих. Но ведь это им дороже обходится. Нет. Государство записывает им в договоре, что 70% должно быть занято местное население. Но то, что произошло на Параван ГЭС, когда местное население попросила трудоустроить, от рабочих потребовали университетские дипломы. И им отказали. Это реальность. Фактически все большие гидроэлектростанции, там должны создаваться строительные лагеря, в которых должны располагаться множество людей. Практически это меняет и демографию. Это опасная позиция и в отношении демографии. Кроме того, что мы получаем пустырь, опустошенное место, и люди будут вынуждены переселяться оттуда, и мы получим новых мигрантов, поскольку будет затоплена не только эта территория,
но и верхняя часть, в сторону Мести. Там не разовьется никакой курорт, поскольку нарушатся температурные режимы. И, быть может, мы получим новую волну эко-мигрантов. Это очень опасно. Вот в связи с вашим вопросом, что может вызывать актуализацию этих гигантских проектов? Мы сейчас находимся на улице Мераб Алексидзе. Вы знаете, что Мераб Алексидзе был большим ученым, геофизиком, сейсмологом и был активно включен в борьбу против Худон ГЭС. Так же, как и все тогдашние честные и порядочные специалисты. К сожалению, он рано скончался. Вот это поколение ученых с высокой квалификацией или постарели, или ушли на тот свет. Курс сегодняшних властей в отношении ученых вы знаете. Из бюджета выделяется очень незначительная часть для финансирования науки. Это говорит о том, что власти вообще намереваются уничтожить науку в Грузии. Об этом мало кто вспоминает. И вот эти научные институты и распались. Так что мы получаем совершенно иную, отличную от Европы страну. Поскольку для Запада главной характеристикой является то, что развитие основано на науке, на научных исследованиях, на прогнозах. И экология тоже часть науки. И можно сказать, что мы ничего общего с наукой не имеем. И нет никаких научных кадров. Когда я говорил о политике, что она антинаучная, эта антинаучность выражается в том, что научной мысли не существует в сегодняшней Грузии. Госпожа Наира однажды упомянула сейсмику. Во время публичных рассмотрений нам заявили, что ГЭС, который был запроектирован, тогда выступал господин Мейраб. Говорили, что мы рассчитываем на 9-бальную систему. В то время, когда строился Худон, тогда была 8-бальная сейсмическая зона в Суанетти и в Центральном Кавказе. Потом произошло землетрясение в Раче. И совершенно недавно и в Турции произошло землетрясение. Помним Цагерские землетрясения. Там, где раньше их не было. То есть изменилась сейсмическая зона. В 9-бальную систему входит Кавказ. Когда мы говорим о 9-бальной системе, это может быть опасным и для жилых строений, а строительство ГЭСов должно рассчитываться на 10-11-бальную систему. Это, естественно, удорожает проект. Поэтому необходимо серьезное научное техническое исследование проектов. Использование старых сооружений очень опасно. Прошло 18 лет, поэтому могут возникнуть серьезные проблемы, поскольку совершенно иная ситуация после всех этих землетрясений. Интересно то, что нельзя использовать старое, поскольку надо делать расчеты в соответствии с новой ситуацией. Тогда речь шла о 8 баллах. Но кроме этого, большие ГЭСы могут оказаться провоцирующим фактором для сейсмических процессов. Большие водные ресурсы могут провоцировать. Поэтому получается, что мы совершаем какое-то гигантское массовое строительство. Финансовые выгоды от этого государство не получает. Население не получает более дешевую электроэнергию.
В Турцию дешевле продают электроэнергию, чем местному населению Грузии. Это можно объяснить только одним. С стремлением как можно больше прибыли получить самим, я имею в виду властей. Госпожа Наира говорит об ученых. Я не могу не вспомнить про Кецховели. Он был одним из активных защитников грузинской природы, большим ученым, ботаником. И он очень много боролся против гидроэлектростанций. И в ряде случаев ему не удалось победить. Но вместо того, чтобы почитать память и заслуги этих людей, вместо этого происходит лишь стремление к одноразовой прибыли. Из-за личной выгоды властей строят ГЭСы во всей горной части Грузии. И эти ГЭСы строятся с нарушениями. 15 ноября Саакашвили сделал заявление. Не знаю, чьи это были соображения, наверное, в основном его. Он говорил, что в ближайшие годы должны быть построены 17 гигантских электростанций, потом еще 13 до 2015 года, и в конечном счете 30 гигантских электростанций означает, что у Грузии не будет ни Сванети, ни Рачи, ни Лечхуми. В горной Аджари, естественно, там будут уничтожены сельское хозяйство, человеческие ресурсы, исчезнут. Жизнь людей может оказаться под серьезной опасностью. Уникальная природа. Когда мы сравниваем со Швейцарией и Австрией, у них, конечно, свои плюсы. Но наш плюс в том, что у нас есть девственные леса. Европа прошла индустриальную революцию, и ее жертвой оказались главным образом леса. И в целом, можно сказать, что там до 4% сведены первичные экосистемы. Я имею в виду в Европе. А в Грузии это до 90%. Когда речь идет о туризме, главное, что мы можем представить туристам, это наша природа, которую хотят залить водой. Наши власти в городах не оставляют деревья. Но вот в такой дикой природе мы можем привлечь туристов тем, что у нас есть то, чего нет в Европе. Это девственная природа. Но это все может оказаться под водой. Я не могу вспомнить ни одну дискуссию, чтобы она была бы вот с таким пафосом, как наша. И так что я даже не могу поставить вопрос участникам. Можете ли вы назвать что-то позитивное в этих проектах? Для того, чтобы мы опирались бы на факты, я принесла выписку. В 1980 году в Лондоне была проведена международная конференция, на которой было установлено, что до 236 электростанций аварии на них были вызваны землетрясениями, поскольку большие ГЭСы провоцируют землетрясения. Ущерб, нанесенный такими землетрясениями, ничем не отличается от ущерба обычных землетрясений. Ненадежная работа ГЭСов вызывала не только значительный ущерб, но часто приводила и к национальным катастрофам. По сведениям 1980 года, я
постоянно фиксируются нарушения работы ГЭСов и случаи аварии. Ежегодно фиксируются 3 случая разрушения плотин и 10 случаев аварий. И все это умалчивается. И говорят лишь о том, какое они делают добро в сейсмически опасной зоне. Вот вы говорили, видите ли, вижу ли я что-либо позитивное. Вот в этом проекте, я имею в виду Худонгэс, но это имеет отношение ко всем плотинам, поскольку и остальные плотины намереваются строить по одной схеме. Это будет собственность инвесторов. Ничего позитивного я в этом не вижу. Можно было увидеть что-то позитивное, если бы это строило государство, и если бы прибыль от этого получило бы государство. Тогда можно было бы говорить о том, что бюджет пополнился бы дополнительными средствами. Но этого нет. Этот проект прямо рассчитан на Турцию. Только Турция будет пользоваться этой энергией. Вот эта 500-киловаттовая линия, она тоже построена для того, чтобы осуществлять экспорт в Турцию. Так что прибыль получит компания неизвестного происхождения, за которыми также стоят неизвестные компании. Мы можем говорить о том, с чем мы имеем дело, что получит Грузия. Неизвестно, что получит от этого Грузия. Ну, хотя бы через 30 или 40 лет перейдет ли оно в собственность Грузии. В этом проекте не переходят, а в других – да. Все прогнозы в связи с изменениями климата говорят о том, что повысится в 2-3 раза уровень потоков пресной воды. Мы сегодня не знаем никаких режимов. Мы получим сухие ущелья. И там природа будет уничтожена, независимо от строительства ваших ГЭСов или отсутствия воды. То есть мы целиком меняем экосистему. И главное, что мы в этом не нуждаемся. Существуют прямые расчеты. Если введем систему энергосохранения, мы сможем высвободить большую электроэнергию, которую страна может выносить на экспорт. Но мы и этого не делаем. Ну, самоцелью не должно быть то, чтобы государство именно в этой сфере производило бы бизнес. Комплексная оценка экономического потенциала страны не происходит. Так же, как и не происходит оценка экологических рисков относительно влияния на здоровье людей, оценка естественных катастроф. То есть мы имеем дело с политической волей и ни с чем больше. Что касается альтернатив, существует множество вариантов. Госпожа Нино говорила о сбережении, что очень важно. Но, кроме этого, существует возможность развития мелких ГЭСов, малых ГЭСов. В отношении рек мы являемся рекордсменами. В Грузии до 36 тысяч рек. Представьте себе, какой потенциал для малых и средних ГЭСов. Кроме того, есть возможность реабилитации ГЭСов. И в связи с Худонгэс идет речь о 600 мегаватт. Это создает проблемы не только для горного населения. Изменение климата отражается и на горы, и на равнину. В случае аварии очень большой риск относительно людей и их безопасности. Когда происходили гигантские аварии, были случаи гибели сотен тысяч людей. Вот в Китае была одна крупная авария.
которая вызвала разрушение каскадов, и погибло несколько сотен тысяч людей. Разрывается одна плотина, и за ней следуют все остальные. Это серьезная проблема. Техногенные аварии — серьезная проблема. Никто не знает, где появится трещина. В случае с Худоном ГЭС риск возрастает, поскольку у самого Энгури есть проблемы. И в Энгуре имеется трещина. И что может случиться? И что произойдет с побережьем, с той же Анаглией? Никто это не может прогнозировать. Я хотел бы еще поговорить относительно Солнца, относительно потенции Солнца. Грузия — южная страна, и у нас большая потенция солнечной энергии. На Украине есть крупная электростанция, использующая солнечную энергию. Если на Украине пришли к мысли о том, что лучше использовать солнечную энергию, естественно, это должно дойти и до сознания наших властей. Необходимо учитывать как опыт третьих стран, так и Европы. Когда государство дает беспроцентные кредиты, для строительства индивидуальных гелиосистем, как в деревнях, так и в городах. Когда семье дается кредит, для того, чтобы семья могла бы получать электроэнергию с крыши своего дома. Поэтому нельзя, чтобы акцент делался только на личные интересы находящихся у власти людей. Существует концепция экологической безопасности Грузии, которая получила национальную премию в 2010 году. Вот то, о чем мы говорим, обо всем этом можно найти, прочесть в этой работе. Автором является Кебурия Игвиникадзе. Там характеризуется катастрофическое экологическое положение Грузии. Зоны несчастья, отравленные поля. Говорится о том, что в 2030-2040 годах разрушительные биосферные процессы достигают своей кульминации. И в такой ситуации все финансы должны быть направлены на то, чтобы изменить ситуацию к лучшему, чтобы не оказаться первыми среди жертв. Это очень тяжелый период, к которому приближается человечество. А вопреки этому делать все то, что может усугубить ситуацию, я думаю, что это означает выпадение из времени и из истории. Существует концепция национальной безопасности. Очень важное место там должна занимать экологическая безопасность. И там этот сегмент представлен совершенно формально, не имеет никакого конкретного характера. Это говорит о том, что мы просто не государство, и оно не понимает, в какую эпоху мы живем и перед какими рисками находится человечество. Когда вы говорили еще о том, какая может быть причина, я хочу назвать одну психологическую причину, о которой говорил ученый 60-х годов. Индустриально-технический век создал новый тип человека, который совершенно отчужден от Бога, от природы и от самого себя. Этот человек является носителем большой агрессии. Об этом пишет лауреат Нобелевской премии. Его иногда
называют хомофабер, или техническим человеком. Это искусственный человек, у которого потеряна связь с жизнью. Он агрессивно настроен в отношении к жизни. Вот я вам прочитаю. Те люди, которые решают, должна ли строиться электростанция или фабрика, в результате чего будет уничтожена вся красота того края. Эстетические соображения в этом случае не играют никакую роль. Начиная от маленького чиновника и кончая министром, между ними полное согласие относительно того, что красота природы может быть принесена в жертву хозяйственным или политическим интересам. А малые защитники природы, ученые, которые видят все несчастье, происходящее в их стране, они бессильны. И какой вывод? Как красота природы, так и культурная красота, созданная человеком, совершенно необходимы для физического и нравственного здоровья человека. Это феномен красоты. Тотальная духовная слепота в отношении всего красивого, то, что мы видим на каждом шагу, является душевной болезнью. И на это необходимо обратить особое внимание. Хотя бы потому, что это показатель понижения этического уровня личности. Но это был бы замечательный финал для нашей передачи. Большое спасибо, госпожа Наира, за эту цитату. Я слушал выступление каждого из нас, каждого из вас, и думал, как можно реже включаться в дискуссию. Но вы нарисовали картину экологической катастрофы, которая может стать основой еще большей катастрофы. Какой должна быть реакция общества? И что надо делать? Это может быть темой отдельных рассуждений. Я думаю, каждый из вас больше информации донесет до граждан. Мы постарались в нашей передаче предоставить максимум информации от тех людей, которые лучше осведомлены в этих вопросах, и от тех, у кого есть гражданская позиция относительно того, что Худон ГЭС приведет к большим разрушениям. Мы говорили о непрозрачности компании, которая собирается строить Худон ГЭС, и выяснили, кто является владельцем этой компании, Trans Electric Limited. Мы получили очень значительную информацию. Когда мы ставили вопросы по Ате Церетели, который является директором Trans Electric, он не сказал, кто являются акционерами. Он говорил, что это опытные компании в строительстве гидроэлектростанций, которые строили ГЭСы в странах Центральной Азии и в Ираке, хотя он не имел права назвать имена этих акционерных компаний. Позже, 11 ноября, на веб-странице TransElectric была опубликована имена трех компаний. SGGS Infrastructure. Мы решили изучить эти компании, что они делали и какой у них был опыт. И обнаружили интересные факты. Мы узнали, что из реестра, что эта компания была упразднена в 2003 году. То есть один из акционеров Trans Electric Limited является упраздненной компанией. Вторая опытная компетентная компания, о которой говорил Церетели, это была SGGS. Когда мы поискали эту компанию в реестре, оказалось, что эта компания была зарегистрирована в 2011 году, 29 июля. О какой же компетенции можно говорить, когда компания сформирована в этом году? Относительно третьей компании нет никаких сведений. Это название города в Соединенных Штатах. Мы искали эту компанию как отдельно Only SS, но мы не смогли найти компанию с таким названием. И практически акционеры Trans Electric Limited являются одна упраздненная компания,
2003 году. Вторая была учреждена в 2011 году. И третья компания, у которой нет веб-страницы. Это существенная информация для того, чтобы сделать вывод, что у этого проекта очень низкий уровень прозрачности. Я хотел еще одно слово сказать. Любая офшорная компания весьма опасна, поскольку есть проблема такой непрозрачности. И я хотел бы вернуться к Худону. В результате строительства Худона мы не только можем потерять Сванетию, но и создать серьезную проблему для самой Греду. Я хотел бы обратиться к обществу. Когда мы будем думать о Худонгесе, Сванетии, Мигрелии, соответственно, о Личхуме, о Радже, необходимо вспомнить, что мы теряем. Та красота и культурное наследие, которое имеется у этих регионов, и людей, которые могут оказаться жертвами этого проекта, особенно вспомните летящие крыши аэропорта, который был построен такой же квалифицированной компанией, вспомните недавно открытую площадь Марджанишвили, куда на второй же день стала сочиться вода с потолка, и вспомните Анаклию, которую мы вскоре можем не иметь. И мост, который унесла вода, и обошелся во много миллионов лари. Соответственно, из этого вы можете сделать вывод, перед каким риском мы можем оказаться. Большое спасибо. Мы постараемся как можно больше информации предоставить нашим гражданам, чтобы впоследствии они приняли решение. Вы нарисовали такую апокалиптическую картину. Да, это все в прямой связи. Когда съезжает крыша аэропорта, это еще не самое страшное. Но если произойдет авария ГЭСа, то это будет стоить жизни сотен людей. Они точно так же подбирают компании, как те компании, которые строили аэропорт, только исходя из собственных интересов. Большое спасибо госпоже Наире Гелашвили, Нино Чхобадзе, Давиду Чипашвили, Лаше Чхартишвили за участие в сегодняшней дискуссии. Я подчеркиваю, что это была не столько дискуссия, сколько платформа, где участники дискуссии выразили свою позицию относительно Худонгеса и относительно всех других электростанций, строительство которых планируется в Грузии. Мы считаем, что эта передача является проявлением общественного мнения и должна начаться серьезная дискуссия в стране. Большое спасибо. Мы надеемся, что на нашей веб-странице www.studiore.org вы выскажете свое мнение, свяжитесь с нами по телефону 233-12-56, 233-00-19. Мы действительно искренне ждем ваших отзывов на эту передачу. На этом студия РЭП прощается с вами.